Всем привет! Находимся мы в городе Калининграде под Берлинским мостом. Сегодня у нас будет сплав. Сплав будет по Калининграду, по реке Приголе. Хотим дойти от Берлинской дороги, вот от этой, и до поселка Шоссейного. Там возле дельфина причалить. Вон наши байдарочники. Сегодня у нас будет 5 человек, 3 байдарки. Пускаем на воду байдарки. Давай. Ну что, нормально у тебя дном с этим надувным? Если вдвоем, то так. Не, вдвоем неудобно, да. Короткая. Ну а так это пожестче достало. Хоть нормально посидеть можно. Ну все, мы на воде, на реке Приголя. Берлинским мостом. Ну-ка покажи, что за дно у тебя. Ага. Блин, ну у тебя оно пониже, как будто оно туда, да, еще ушло, считай, вниз. Давай! Звони, если что! Ну чё, куда идем? Ну все, мы отплыли от моста. Пойдем по левой части Приголя к центру города. А ты удочку брал с собой, не? Ну и правильно, да, тут не до рыбалки нам будет. Там в городе от катеров уворачиваться придется. Дождик сегодня обещали. Пока ветер встречный у нас. Уходим сейчас на левую часть Приголя. Дальше уже к городу пойдем. Сзади катер нас догоняет прогулочный. Вот и первый волн. У нас таких сегодня много будет в городе. Только там катера еще быстрее будут носить. Вот и катер первый на скорости идет. Сейчас будут большие волны. Сейчас носом развернемся. Да не бойся. Ну у вас это, вода залилась, нет? На нос, чуть-чуть. Все, оставайся здесь, короче, мы погнали. Сейчас тебя толкнусь чуть-чуть. Борщец такой. Да, прикинь, так выпадет, да, и все, и катер дальше уплыл. Че вы отстаете-то? Че отстаете? А. Тут рыба плескается, видишь, здоровая прям. Водовороты прям хорошие. Ну. Так просто мы долго будем плыть, наверное, если так становится. Места тут для рыбалки оборудованные, хорошие какие вон. Прям тропиночки такие, камушки. Чем ближе к городу, тем катеров больше встречается. Еще один вон.
Хотя дождь сегодня обещали. Тучки нагнались вон какие. Мы еще даже до города не дошли. Ну вот, прямая уже виднеется до города. Такая вот тут стройка идет возле стадиона. Хорошая квартира, наверное, будет. Вид красивый у них. Даже и ветра нет, и река спокойнее. Эй, велосипедист! Там Слышь, пассажир там отстал сзади один. Вон там только выходит. Третьим будет. Давай поперек, ложись тебе. Возьмем. Тоже и повеселее как-то идти. Камыши эти прошли. Уже пейзажи будут сейчас красивые. Продавай велосипед, бери байдарку, короче. Блин, ну смотри, затягивай, да, так? Наверное, все-таки нас зацепит. Если что, под мостом переждем под каким-нибудь. Ладно, идем дальше. Все, пошли тут катеры, чем ближе к городу, все, одни катера сейчас будут. Вон, смотри, впереди несется он. Все, готовься. Это скутер вообще, да? Нормально. Бау, к центру подошли уже. Сейчас будем уже потихонечку к центру отходить, прибираться. Уважаю. Ну ты жесткий оператор, сигареткой прям. А можно кофе заказать? Кофе? Сейчас тогда подождем третьего нашего. И дальше пойдем все вместе уже. Капитан наш бухло сплава сегодня на велосипеде. Кэп, тебя не хватает. Все, погнали дальше, да? Он там разговаривает, все, ждать его не будем. То время уже идет.
Так, сзади нас катер догоняет. Они же тут причаливают, надо чуть-чуть разогнаться нам. Такие волны, тут катер прошелся. Как на море качает. Тут где-то плавает большой сом. Не, сом под мостом под тем плавает, да. Это легенда. Ну что, погнали тогда, да? Дом культуры моряков. Приплываем. Причалил, да? Короче, одного бойца мы потеряли. Нет? Нет? Ну, подплываем к музею Мирового океана. Вот музей Мирового океана строится. Уже очень долго строят этот шар. Курс, который был.
Остановку сделаем здесь. Ноги размять чуть-чуть. Дальше пойдем. Калужечка. Добрый человек, привез. Причалили пообедать. Ромка шавухой всем взял. Будем обедать. Недалеко от двухъярусного моста. Все, мы пообедали. Пойдем дальше. Такой двухъярусный мост. Thank you.
8, да? А, к 6 часам дождь обещает, что нам надо. Ага. Ну ладно, может, обойдет нас туча. Все, солнца точно уже не будет. Наверное, надо будет искать место для причаливания. То вымотаемся. Затихло так все, да? Затишье такое. Ветра особо нету. И волн. Ну что, решили мы дальше идти, вроде тучу сносит в сторону. Уже будем до Победного, наверное. Если что, там уже можно в любом месте причалить. Подъехать, заберут нас. Погнали. Приближаемся потихоньку к заводу «Янтарь». И тучка тут с нами рядом. Ну что, идем куда? Ну давай дальше еще пройдем-то. Да не, главное, чтобы просто дождя не было. Так, в принципе, пофигу на время. Впереди, короче, сверкает уже молния. Будем уже причаливать, собираться. Сейчас намокнем. Надо будет сейчас нам налевее уходить, там уже искать берег. Причаливание. Ну, если что, здесь можно причалить, вон там, с правой стороны. Если прям вообще будет жопа. И тентом накроемся, и все. Только под дождем неохота собираться, все сдувать. Может, успеем до дождя. Thank you.
Ладно, решили на ту сторону причаливать, потому что уже шквал впереди. Сильный. Гроза вон сверкает. Что будем причаливать уже. Накрываться тентом. Чуть ветер поднялся, вон шквал. Блин, сносит нас. Чуть-чуть не успели мы, да? Сносит нормально так. Давай к берегу. Смотри, у вас сзади там крюк большой. Штырь. Фух. Что, да, вон причалить можно. Ну давай, давай, да. Потому что уже все. Сворачиваться надо быстро. Нет, тут песочек вроде чистый. Короче, причалили мы здесь. За нефтебазой сразу же. Будем смотреть, можно тут выйти к дороге. Это уже шквал, летел сильный. Смотри, да, гудят, как слышишь, провода? Волны, да, вон, смотри. Ага, ну тогда давайте. Ну вон, вдоль забора есть тропинка идет. Выберем? Давайте, короче, это здесь сворачиваемся и все. Будем перетаскивать, короче, все. Ну да, перетаскивать придется. Что там идет? Ладно, давай, выгружаем. Сейчас разгружаем потихонечку все. Так, сумка. Спереди. Все, я взял спереди. Ну, считай, почти мы выполнили задачу, да, до залива почти дошли. Чуть-чуть осталось, да. А, закинешь в эту герму. Ну хорошо, что успели до дождя хоть сложиться, все. Самое основное сделали, считай. Остальное уже пофиг, промокнет, промокнет. Все, мы собрались. Байдарки скрутили. Все, будем ждать эвакуации. Все, будем выходить к дороге. Вещи взяли. И будем двигаться. Что, вот такой вот сплав сегодня вышел. Сегодня у нас 11 сентября. Ну все, будем ждать. Сейчас за нами должны подъехать. Загрузимся и домой. Такая вот погодка. Чуть-чуть не дошли, конечно, куда хотели. Но ничего, в следующий раз попробуем. Такая красотень вот. Возвращаемся мы со сплава домой. Такой вот закатик красивый. Подсвечивает прям. Дождь начался. Вовремя мы. Все, всем пока.